Доброе утро, дети! Рад вас всех видеть радостными, счастливыми, нарядными. Вместе с родителями вы пришли в Дом Божий. Слава Богу! Хочу рассказать вам интересную историю. Мне самому она была очень интересной, когда я прочитал ее. Значит, история о девочке, которую звали Люда. Вот однажды девочке Люде, а она уже была старшая девочка, ей уже было аж 12 лет. Вот это 12-летние люди подарили канарейку. Кто знает, что такое канарейка? Кто знает? Птичка, которая очень красиво поет. Точно? Что такое канарейка? Это птичка. Птичка. А что мы еще? Какого цвета бывают канарейки? Кто знает? Видел кто-то когда-нибудь канареек? Настоящих, живых? Какого цвета канарейки? Я только слышала, как они поют. Ага. Ну, канарейки, они такого очень красивого бывают, желтого цвета. Ну, я видел, во всяком случае, у меня в детстве тоже были канарейки, такого желтого, немножко с оранжевым таким оттенком бывают. Очень красивые такие яркие птицы. Вот. А самочки у них поскромнее, такие на воробушков, похожи, только такие более, знаете, утонченные. Вот. И вот этой люди подарили такую красивую птичку, канарейку. Значит, назвали эту птичку Дик. Вот. Это был мальчик, говоря нашим языком человеческим. Вот. И эта девочка, конечно, радоваться не могла нарадоваться этому своему домашнему животному, этой птичке. Вот. Но она не могла эту птичку держать в клетке. Время от времени она хотела выпустить ее, чтобы птичка немножко полетала по комнате, по квартире, потому что жалко птичку постоянно держать в клетке, правда? Вот, и поэтому Люда открывала дверцу клетки и выпускала птичку полетать по квартире. Но вот однажды, когда она снова сделала это, птичка выпорхнула через форточку и улетела на улицу. И сколько потом дико не искали, найти не могли. Было всем очень жалко, печально, и особенно люди. Было грустно. Ну вот, буквально через день-два к Люде приходит соседка и говорит: «Люда, мне кажется, я знаю, где твоя птичка, где твоя канарейка. Пойдем со мной». Они пошли вместе к глубокому колодцу. Они заглянули внутрь, туда, глубоко-глубоко, в темноту колодца. И оттуда, из глубины, доносились жалобные звуки. Чип, чип, чип. Кто это был, как вы думаете? Канарейка. Это была канарейка, наверняка. Ну, точно не знали они, потому что было темно. Но Люда была уверена, что это был чип, что это была ее канарейка. Она каким-то образом угодила туда и почему-то не могла вылететь оттуда. Может быть, боялась, может быть, замерзла. Вот. И тогда позвали папу. И Люда говорит папе: «Папочка, давай как-то достанем ее». Папа говорит: «Это невозможно. У меня нет такой длинной лестницы, чтобы опустить туда в колодец. Колодец очень глубокий». И тогда Люда говорит: «Я сяду в ведро, и ты опусти меня в колодец». Папа говорит: «Нет, ни за что. Ни за что я этого не сделаю». Но она так упрашивала папу, она так его убеждала, что все с ней будет хорошо, что папа согласился. Он привязал ее к ведру, которое опускают в колодец, так, чтобы она не вывалилась из него. Вот, и в истории там не написано, как он точно ее спускал. То ли вот так, знаете, крутят вот колодец, то ли руками эту веревку он туда опускал. Ну, то есть он опускал ее туда, в глубокий колодец, эту 12-летнюю девочку, а она держалась за веревку. И потом, когда она достигла уже того места, где был Дик, там почти у самой воды, а птичка там на выступе сидела и жалобно чирикала, скажем так, да? Чип, чип. И вот девочка протянула руку, и Дик сел ей на руку, и она крикнула папе: «Папа, подымай!» И папа с дрожью в руках, весь потный от страха, от переживаний, тянул ее вверх. Тянул ее, тянул по длинному-длинному колодцу.
Как вы думаете, вытянул он ее? Конечно, вытянул. Ну как папа может свою доченьку уронить? Вот. И, конечно, он вытянул ее, и все были очень рады и счастливы, потому что птичка снова была у Люды, и с Людой также все было хорошо. И тогда папа сказал Люде, спросил ее: «Тебе не было страшно?» Она говорит: «Нет, не было. Я знала, что ты меня не упустишь, потому что ж ты мой папа». Вот. И тогда папа сказал Люде: «Ты знаешь, Люда, я бы хотел, чтобы так же, как ты доверилась мне, чтобы так же ты доверялась Небесному Отцу. Он также надежно держит тебя в своих руках, и он тебя не упустит, если ты будешь доверять ему. Поэтому, детки, давайте будем помнить, что у нас, кроме родителей, есть еще всемогущий, любящий Небесный Отец. И он крепко держит нас в своей руке, если мы доверяем ему. Давайте будем доверять Господу, не будем бояться, будем радоваться, что у нас есть сильный, могущественный Небесный Отец».